уполномоченных вокруг меня отряд, девиз их отрицания. Я деятельность их читаю вопросом мироздания. Вопрос един, единый жизнью просветленный, но под вопросов много. Отряд с девизом отрицания. Отринуть путь ты хочешь, развитию вредишь, мешая эволюции и закону. Ты посягаешь на то, чтоб музыку, что данность отрицать. Назначено вдруг нажимаешь на клавиши искусственных машин, искусственной души, людей сегодня превращая в рабов и роботов. Страдающие и замученные нынче впечатляют. Невнятный код недолингвистики вдруг заменяет величие родного языка, величие международных языков, происхождение, источник слов забыть пора. Фамильно недоверчиво, не договаривая главное, что гармонично и уравновешено, бесчеловечной выгодой междоусобчика предпочитаешь давлеть. Так кто же строит эту сеть отрядом с девизом отрицания законов жизни и законов мироздания? Заинтригованный игрой невольник не герой. Для лучшего баланса миг настал. Неординарность нам укажет путь, а чувство стадности убийственной междоусобных войн. Или когда толпою всей на одного напали, лишь пошлый атавизм. Отряд наш с девизом отрицания уж думу возлелеял о замене девиза, что маломощен и несозидателен, на новый, ценность жизни, благого правила естественности, не насилия во имя жизни.